В Нерюнгри прошло открытие нового сезона школьной лиги КВН. В небольшом актовом зале Центра развития творчества детей и юношества собрались команды, компетентные жюри и зрители. Победителем игры стала сборная команда средней школы номер один. Члены жюри отметили, что начало сезона удалось. Шутки школьников стали более актуальными, серьезными и острыми, а это говорит о развитии подрастающего поколения. Всего на сцене в этот вечер выступило 6 команд, были и дебютанты, которые дали неплохой старт. Сборная школы номер 15 завоевала приз за лучшую шутку. Также был назван лучший актер игры. Им стал Дмитрий Кушнир из гимназии номер 1.